То, что младший сын Виктора Януковича погиб, подтвердили на официальном сайте партии регионов. Правда, детали происшествия не уточняются. Напомню, в прессе появилась информация о том, что сын экс-президента Украины якобы был за рулем микроавтобуса, который провалился под лед на Байкале 4 дня назад. Спасатели, которые работали на месте событий, сообщили, что в утонувшем минивэне пассажиров по фамилии Янукович не было. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Виктор Янукович-младший мог жить в России с документами на другое имя. Как сообщают украинские издания, в Крыму уже были похороны.